живут они на картонках, кто что, как смог, так и прилег. Пока информация не попала в интернет, о людях просто даже не знали, не вспоминали. Как только это все появилось, сразу приехали МЧС, полиция. Местные жители привозят воду, помогают, кто чем может. 26 числа женщина в палатке родила двух близнецов. По-моему, они даже скорую не вызывали. Вот кто мог, тот и принял роды. Вот такая вот у нас ситуация. Столько женщин, вот мы лежим вот здесь на вокзале 16 дней уже. Второй на поезд нам билеты не продали. Я уже 16 дней здесь. Стоит 13 тысяч, а они и до 20 тысяч продают, 25, по 30 тысяч продают. Thank you.